Сегодня и вчера мы были на фестивале Купала, и было очень много чувств. Сначала было очень много людей, которые стеснялись и были замкнутые и стеснительные. И вот последний день все очень открытые и хотят просто домой все вместе ехать. Диана делала энергию женщин. И я не знала, что у меня есть некоторые плохие вещества, которые не давали мне танцевать. И теперь мне гораздо легче, я даже не знала, что мне это нужно. Но как включилось это все, и как вижу просто других и себя, как чувствую, то я понимаю, что мне нужно это развивать, и только дальше с этим идти, это только начало. Так что очень-очень рада и жду много новых чувств, людей.